Класс, давайте вернемся к нашему обсуждению и начнем рассматривать конкретные ответы на вопрос о природе человека, на онтологические вопросы. И вначале мы рассмотрим такой вопрос, и на обсуждение этого вопроса, я думаю, не уйдет много времени. Но тем не менее, если вы обратитесь к своим конспектам, то вы увидите, что вначале мы с вами обсудим монистические и холистические подходы. И какие-то из этих подходов мы рассмотрим более подробно, какие-то лишь упомянем. После того, как мы рассмотрим эти подходы, мы с вами обсудим трихотомический взгляд, подход, согласно которому человек состоит из трех частей. И уже после этого мы обратимся к изучению дихотомического взгляда на природу человека. То есть, по сути, мы попытаемся определить, состоит ли человек из одной части, состоит ли он из трех частей, или состоит из двух частей. И вначале мы рассмотрим два разных подхода, которые схожи в том, что утверждают, что человек состоит из одной части. Это монистические и холистические подходы. И сначала давайте разберемся в терминах. Когда я использую термин «монистический», то я использую его для того, чтобы дать ответ на онтологический вопрос. Когда же я использую термин «холистический», то я использую этот термин для того, чтобы обозначить те подходы, которые не призваны ответить на онтологический вопрос, которые рассматривают человека в плане взаимоотношений. Согласно этим подходам, человека необходимо рассматривать в сфере взаимоотношений с Богом, взаимоотношений друг с другом и взаимоотношений с этим сотворенным миром. Вот это как раз то, что предполагает используемая нами в этом случае терминология. Итак, прежде всего мы с вами рассмотрим философский материализм. И здесь у нас есть подпункт — субстанциональный монизм. Согласно этому представлению, человек представляет собой всего лишь одну сущность, и эта сущность материальная. И вы можете прочитать по поводу этого взгляда в своих конспектах, а также на слайде. Я еще раз повторюсь, согласно этому взгляду, человек представляет собой одну сущность, и эта сущность материальна. Что ж, есть различные формы материализма, когда речь идет об уме. Согласно наиболее радикальному представлению материализма, ум — это всего лишь мозг, то есть эти понятия идентичны. И я привел имя, по крайней мере, одного философа, который придерживается этого взгляда. Это философ 20 века, и он не единственный, который придерживается подобного взгляда. Вы можете спросить, но какие еще могут быть материалистические взгляды? Что ж, есть материалисты, которые не ограничивают ум исключительно одним мозгом, не считают, что ум идентичен мозгу. Они говорят, да, конечно, есть физический мозг, и это основа, но также есть и другие умственные процессы, умственный опыт, который принадлежит человеку. И это еще не нематериальная сущность. Но, тем не менее, это и нельзя назвать чисто физической сущностью. То есть, вдобавок к физическому мозгу, есть еще что-то, некий феномен, который все еще допускается материалистическим представлением на ум человека. И в этом отличие этого представления от взгляда о том, что ум идентичен мозгу или ум ограничен мозгом. Что ж, идем дальше. Как было уже отмечено, по большей части причина того, что философы принимают представление философского материализма, обусловлена тем, что картезианский дуализм оказался несостоятельным, так и не удалось его объяснить. Он рисует человека как призрак или духа в машине.
И вот прошло уже несколько веков с тех пор, как Декарт впервые предложил эту идею, и так никто и не смог объяснить, как же взаимодействуют нематериальные и материальные составляющие в человеке. И как я уже говорил ранее, и повторюсь еще раз, если материализм верен, то тогда мы не можем верить в Бога в иудеи-христианском смысле, потому что Бог в иудаизме и в христианстве не материален, а философский материализм не признает никакой сущности, которая не была бы материальной. И, конечно, мы тогда не сможем верить в бессмертную душу. Мы с вами рассмотрим тексты Писания, которые вступают в противоречие с этим взглядом, но мы рассмотрим тогда, когда будем рассматривать другие монистические взгляды. И если этот вопрос вызывает у вас интерес, то вы можете найти много дополнительного материала по этому вопросу. Это не обязательное требование по этому курсу, но если вы хотите углубить свои знания, то вы можете это сделать. И если вы все-таки захотите углубиться в эту тему, то неплохо было бы начать с чтения энциклопедии по философии, а именно прочитать статью в этой энциклопедии «Философия ума». Статьи в этой энциклопедии написаны достаточно неплохо. В них раскрывается суть того или иного вопроса, а также приводятся все основные точки зрения по этому вопросу. Даются аргументы в защиту той или иной позиции, и также зачастую автор говорит о том, какой позиции придерживается он сам. Но основная цель, которая ставится перед статьей, это ввести читателя в курс дела, а не столько показать всю глубину по тому или иному вопросу. И статьи в энциклопедии философии всегда заканчиваются библиографическим списком для более глубокого изучения какого-либо вопроса. То есть вот с этого было бы неплохо начать, если у вас есть интерес. Что ж, теперь давайте обратимся ко второму монистическому или холистическому взгляду. И это реляционный монизм. Основное отличие его в том, что ударение здесь делается на взаимоотношениях. Но я думаю, вы также заметили, что есть подпункт после основного названия этого подхода «реляционный монизм». Идет подпункт, который называется «субстанциональный материализм». И вы видите, что здесь стоит знак вопроса, и он поставлен намеренно. И я опишу для вас это представление, и вы видите, что согласно этому представлению, человек состоит из одной составляющей. Но в то же время подчеркивается, что человек способен строить взаимоотношения в различных сферах своего бытия. Взаимоотношения с Богом, взаимоотношения с другими людьми, взаимоотношения с сотворенным миром и так далее. И вот причина, почему я поместил знак вопроса после слова «материализм». Дело в том, что есть немало сторонников этого взгляда, и их имена вы можете найти в своих конспектах. Так вот, эти люди, которые придерживаются этого взгляда, в некоторых своих выводах показывают, что они не материалисты. Хотя в других случаях они явно стоят на материалистических позициях. А в некоторых случаях совсем не ясно, защищают ли они материализм или опровергают его. И прежде чем мы рассмотрим имена этих философов, я хотел бы дать еще одно название этого подхода. Это реляционный несубстанциональный холизм, что означает, что ударение делается на всем человеке, что весь человек целиком способен строить отношения. И когда заходит речь об онтологическом вопросе природы человека, какова сущность человека, физическая или нематериальная, то вот слово в этом названии «несубстанциональный» как раз означает, что в этом подходе не ставится цель давать ответ на этот вопрос. Итак, теперь, что касается философов, которые придерживаются этого взгляда. Во-первых, это Джордж Ладд.
Многие из вас, я думаю, слышали это имя. Это замечательный ученый в области Нового Завета. И здесь я основываюсь на его труде, на том, что написано им в его учебнике по богословию Нового Завета, в разделе, где он пишет о психологии апостола Павла. Эта книга была написана достаточно давно, так как лад уже с Господом, прошло уже достаточно много времени с его смерти. И лично я буду шокирован, если кто-то из вас сможет мне что-то показать, что докажет, что Лад был материалистом. Я полагаю, что он верил в то, что ум, душа и дух человека нематериальны. Но вот что касается его представления о природе человека, то он говорил, что мы не должны задавать этот онтологический вопрос. Еще одно имя, которое я хотел бы упомянуть, это Роберт Бринсми. Уже в своем первом издании журнала «Вердикт», я не уверен, издается ли этот журнал сейчас или нет. И вот в нем он изложил свое понимание человеческой природы, и становится ясно, что он как раз реляционный холист. Многое, сказанное им, напоминает то, о чем писал Лэд в своей книге. Но Бримзи, в отличие от Лэда, раскрывает свое понимание онтологического устройства природы человека. И вот написано им, дает понять, что он верит в то, что человек материален, что касается ума человека. Ум — это материальная сущность. Он не говорит об этом открыто, но есть определенные свидетельства, которые позволяют так считать. Итак, вот у нас есть Лэд и Бримзи. В принципе, они согласны в толковании определенных текстов Писания по этому вопросу. Но расходятся они в том, что один из них считает, возможно, что разум, ум человека не материален, в то время как другой полагает, что ум материален. Да, пожалуйста. Вот вы упомянули реляционный, несубстанциональный холизм. Что это вообще такое? Это означает, что человек, который придерживается этого взгляда, не пытается давать ответы на онтологические вопросы. Если две или три сущности или части в человеке, все ли эти сущности материальны, или какие-то есть в человеке сущности, которые нематериальны? И в этом случае, какие тогда материальны, какие нематериальны? И вот слово «реляционный» указывает на то, что сторонники этого взгляда идут совсем в ином направлении, пытаясь осмыслить человеческую природу. И вот реляционный подход призывает воспринимать человека холистически, целостно. Не пытайтесь препарировать его, анализировать, искать, где там сердце, где там душа, где воля, где ум, а где дух, как будто вы составляете список, когда идете в магазин за покупками. Нет, не делайте этого, они говорят. И вот слово «несубстанциональный» подразумевает, что сторонники этого взгляда, как, скажем, Джордж Лэд, не пытаются говорить о том, что человек — это всего лишь одна и только одна сущность. Они вообще не затрагивают этот вопрос, не пытаются дать на него ответ. Если его спросить напрямую, то, скорее всего, он ответил бы, что у человека две сущности, одна материальная, другая нематериальная. Это что касается Лэда. Вот Бримзи, с другой стороны, пускай и где-то косвенно, но где-то и напрямую, говорит о том, что да, человек способен строить взаимоотношения, и он развивает идеи реляционного холизма, но в то же время он говорит о том, что ум человека материален. Затем был еще один богослов, Джеред Бекауэр. Он написал серию книг по систематическому богословию, и одна из книг посвящена человеку. Его серия по систематическому богословию состоит из множества томов и охватывает очень много разных тем. И вот в разделе, который заглавлен «Человек – образ Божий», Перкаур делится мыслями, которые свидетельствуют,
что он придерживается реляционного холизма. Причем он последователен, его позиция прослеживается во всей книге. И в одном месте он даже конкретно говорит о том, что все написанное им не призвано ответить на онтологический вопрос, из скольких частей состоит природа человека. Библия не дает ответа на этот вопрос, она лишь рисует образ человека, который способен строить отношения в том или ином виде. И он пишет, что он не собирается давать ответ на этот онтологический вопрос. Конечно, есть отличия в позициях и взглядах этих трех богословов, но тем не менее и есть много общего. И давайте рассмотрим, в чем же это общее. Этот взгляд описан в ваших конспектах. Я думаю, будет полезно, если мы его рассмотрим более подробно, шаг за шагом. Потому что, скорее всего, это не то, что вы слышали во время обучения в библейском колледже или в библейском институте, или когда, быть может, сами изучали этот вопрос. И вначале следует сказать о том, и это записано в ваших конспектах, что в Библии не содержится аналитического подхода к рассмотрению этого вопроса. И всякий раз, когда вы видите слово «аналитический», то знайте, что это синоним слова «онтологический». И речь здесь идет о следующем. Вам пытаются сказать, что Библия не дает онтологических ответов на вопросы о природе человека. И причина, почему Библия не дает таких ответов, потому что Библия не анализирует различные составные части природы человека. Она не препарирует человека, не объясняет его составные части, чтобы вы могли досконально разобраться в устройстве природы человека. Писание не ставится цели противопоставлять друг другу различные составные части человека, чтобы читатель мог понять, сколько же таких составных частей присутствует. Вместо этого ударение делается на взаимоотношениях. Другими словами, в Писании человек преподносится цельным. В Писании не говорится, что, скажем, там его тело делает то-то и то-то, в то время как его ум имеет иные функции. Вместо этого в Писании подчеркивается способность человека строить отношения. Человек имеет отношения с Богом, с другими людьми и также сотворенным миром. И именно это означает быть человеком. Быть человеком — это не значит иметь тело, душу и дух. Это означает быть тем, кто способен иметь отношения и кто имеет отношения с Богом, с другими людьми и сотворенным миром. И далее рассуждение строится таким образом. Те же, кто пытаются проанализировать природу человека и ее составные части, обычно принимают ту или иную форму дуализма. Скажем, так считают Бримзи. Но с другой стороны, сторонники реляционного холизма, реляционного подхода, полагают, что человек целостен, они стоят на холистических или монистических позициях и воспринимают жизнь как неделимую сущность. Вот вы понимаете, что говорят сторонники этой позиции? Они говорят, что на протяжении столетий, когда речь шла о природе человека, то ставился традиционно один и тот же вопрос. И традиционно считалось, что Писание как раз и дает ответ на этот вопрос, из скольких же частей состоит человек, и что это за часть в человеческой природе. И вот богословы, толкователи Библии рассматривают все эти тексты, и на основании этих текстов они говорят, ну что ж, человек состоит там из трех частей или из двух частей, и начинается спор, сколько же все-таки частей в человеке. Вот такой подход к толкованию Писания считается неправильным. Писание не ставит цели рассказать нам, сколько же частей в природе человека. Оно не дает нам перечень этих частей. Вместо этого, читая Писание, мы должны прийти к пониманию,
что значит быть человеком. И Писание делает ударение на том, что человека делает человеком способность строить и поддерживать взаимоотношения. Это единственный онтологический аспект, если здесь можно использовать термин «онтологический», который раскрывается в Писании. Писание не идет дальше и не препарирует человека на составные части. И далее Бримзи, а также и другие сторонники этого подхода, приводят различные аргументы в защиту своей позиции и направленные против дуализма, особенно против греческого дуализма, потому что именно эта форма дуализма вызывает больше всего возражений. Хорошо, но как же тогда понимать слова «душа», «дух», «ум»? И вот эти авторы говорят о том, что в первую очередь надо обратить внимание на то, что, да, в Писании эти слова употребляются, более того, не один раз, но они не употребляются в одном и том же значении. Они не означают одно и то же. И мы знаем, что именно так и обстоит дело, потому что мы исследовали значение этих слов, и мы можем согласиться с тем, что эти слова в разных текстах имеют разные значения. Что ж, хорошо, эти термины не обозначают одно и то же во всех текстах Священного Писания. И даже более того, иногда те библейские слова, которые, как вам кажется, обозначают какие-то нематериальные сущности в человеке, в других текстах Писания используются для того, чтобы указать на тело человека. Так, к примеру, в книге «Бытие» мы читаем о том, сколько же душ пошло с Иаковом в Египет из Израиля. Но ведь душа обычно понимается нами как нематериальная сущность. Но ведь в книге «Бытие» не идет речь о том, что нематериальные души идут из одного места в другое. Понятно, что здесь речь идет о физических телах. Точно так же и наоборот, те слова, которые обозначают физические органы, такие как сердце, чрево, также могут указывать и на нематериальные сущности. Вот, к примеру, вы читаете о том, что Христос поселяется в сердце человека, или о чем-то похожем на это. Понятно, что речь здесь не идет о физическом органе вашего тела. Вы подразумеваете сердце как нематериальную сущность. Поэтому нельзя не согласиться с тем, что термины в Писании используются в разных значениях. И Беркауэр дальше показывает, что библейские термины, которые относятся к человеку, настолько взаимозаменяемы, что представляется невозможным выстроить какую-то библейскую онтологию человека. Скажем, вот есть тексты, в которых говорится о сердце человека, и это слово подразумевает психологическую или эмоциональную основу человека, место, откуда происходят эмоции. А есть и другие тексты, в которых говорится о сердце как о физическом органе в теле человека. И как вы можете знать, в каком из этих текстов раскрывается онтологическая истина о том, из каких же разных частей состоит природа человека? И как вы можете знать, какое из этих слов в том или ином тексте используется в переносном смысле? Но даже если вы сможете разобраться, какое значение переносное, а какое прямое, то как вы можете знать, какое значение раскрывает нам онтологическую истину? Когда, скажем, слово указывает на орган сердца в теле человека, или на некую нематериальную сущность, которая присутствует в человеке. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы
Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И получается так, что, по сути, мы должны осознать, что на основании имеющихся у нас данных мы не можем выстроить библейскую онтологию человека. Что ж, есть те богословы, которые считают, что текст, записанный в Бытие 2.7, раскрывает определенную онтологическую истину и разделяет человека на некоторые части. И в этом тексте говорится о сотворении Богом Адама, что Бог сотворил человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. И таких богословов немало, и мы убедимся в этом, когда будем рассматривать трихотомический взгляд и дихотомический взгляд на устройство человека. Многие богословы считают, что можно взять этот текст и на основании этого текста проанализировать составные части человека. Во всяком случае, какой-то анализ провести можно. Но Бримзи говорит, нет. Все, что мы можем сказать на основании Бытие 2.7, это то, что человек стал живым существом. Он говорит, что, быть может, в Новом Завете и есть тексты, которые каким-то образом подразумевают деление человека на материальные и нематериальные сущности, но Бримзи говорит, что мы должны осознавать, что апостолы заимствовали греческий дуализм в той или иной степени. И затем Бримзи цитирует идеи, написанные другим богословом, Тоненом. Этот богослов, кроме всего прочего, пишет, «Человек не состоит из смертной части тела и бессмертной части души. Человек представляет собой неделимую сущность, тело, оживленное душой». И он подчеркивает это. Он дает понять, что мы не должны воспринимать слова в этой фразе независимо друг от друга, а также не должны воспринимать значение, на которое указывают эти слова, независимо друг от друга. То есть мы не должны отличать одни составные части человека от других. Человек — это одна неделимая сущность, и это тело, оживленное душой. Отличается ли душа от тела? Нет. Это все одна сущность природы человека. Но, тем не менее, можно говорить о каких-то аспектах тела и аспектах души. Несмотря на то, что это единая, неделимая сущность, можно говорить о каких-то аспектах в контексте взаимоотношения с Богом. И на первый взгляд, все это может показаться субстанциональным материализмом. И о том, что это напоминает материальный субстанциональный монизм, или, если говорить другими словами, материализм, можно судить по заявлению Бримзи о том, что Писание не учит о бессмертной душе, а вместо этого Писание, на его взгляд, учит о воскресении тела. В Писании, как ему кажется, не найти доктрины о бессмертии души. А это означает, что происходит что, когда вы умираете? Получается, что Бримзи считает, что душа не попадает в присутствие Божие после смерти. А что же Беркауэр говорит на этот счет? И здесь мы видим кардинальное отличие взглядов Беркауэра от взглядов Бримзи. Мы видим отношение Беркауэра к материализму. Беркауэр предупреждает нас, что мы не должны воспринимать все эти заявления о единстве человека как указание на то, что материалистический взгляд на сущность человека верен. Беркауэр лишь призывает воспринимать человека как целостную сущность, и он повторяет об этом вновь и вновь.
Но он не хочет, чтобы читатели подумали, будто он заявляет о том, как устроен человек онтологически, какие сущности в нем есть, материальны они или нет. И поэтому он намеренно пишет, что вот кто-то, читая мои труды, может подумать, что раз человек един и представляет собой одну сущность, то эта сущность неминуемо материальна. И он пишет, нет. Я не хочу, чтобы вы подумали, что единство человека, целостность человека означает его материальность, что он состоит из одной сущности и из материальной сущности. И он продолжает, я точно так же не хочу, чтобы вы подумали, что раз человек представляет собой одну сущность, то эта сущность нематериальна. Хорошо, Бекауэр. Но давайте тогда попытаемся разобраться, что же на самом деле он имеет в виду, что же он подразумевает, когда пишет о человеке. И Бекауэр пишет, раз Писание не дает ответ на онтологический вопрос об устройстве человека, то и я не буду пытаться давать ответ на этот вопрос. И вот отличие Бекауэра от Бринзи не в том, что они расходятся во взглядах о том, что Писание дает ответ на онтологический вопрос об устройстве человека. Они едины в том, что человек должен восприниматься как существо, способное строить отношения. И они оба говорят о том, что это все, что Писание говорит о человеке, о человеческой природе. Мы целостные существа, которые способны строить взаимоотношения. Но вот если мы могли бы спросить Бримзи, вот Бримзи, как ты воспринимаешь ум человека? Что ты об этом думаешь? То я думаю, что скорее бы всего он ответил, что ум материален. Но вот если бы мы обратились с тем же самым вопросом Бекауэр и спросили, вот Бекауэр, как вы думаете, какова же на самом деле природа ума человека? То Бекауэр ответил бы вам, Писание ничего не говорит на этот счет, поэтому и я ничего не скажу. Поэтому вы можете перечитать все книги, написанные Бекауэром, задаваясь вопросом, материалист ли он, считает ли он, что ум материален, или он считает, что ум нематериален, то вы нигде не найдете, чтобы он отвечал на этот вопрос. И он говорит, причина, почему я не даю ответ на этот вопрос, потому что Писание не дает ответа на этот вопрос. А если я пытаюсь всего лишь раскрыть то, чему учит Писание, а Писание этому не учит, то как я могу что-либо писать на этот счет? Поэтому на самом деле мы не знаем, как бы он ответил на этот вопрос. Бримзи же дает понять, что он думает на этот счет, но даже и он не говорит, что этому учит Писание. А именно, что Писание учит тому, что ум материален. Он так же, как и Бекауэр, так же, как и Лэд, говорит о том, что Писание не заинтересовано в том, чтобы давать ответ на этот аналитический или онтологический вопрос. Писание воспринимает природу человека в контексте взаимоотношений. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.